Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале снова. Сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусные, хрупкие, хрустящие печенье на скорую руку из кунжута. Вот такие вот кунжутные семена. Их нужно сначала слегка поджарить. Поджариваем на сухой сковороде до румяного оттенка. Конечно же, можно не поджарить, обойтись просто так. Непрерывно перемешивайте. Продолжаем. Теперь делаем тесто. Берем яйца. 2 яйца. Среднего размера. Сюда же добавляю сахар. Ванильный сахар. И чуть-чуть, скажем так, на кончике ножа соль. Перемешиваем. И сюда к муке добавляем разрыхлитель, 1 пакетик, либо 1 чайную ложку с небольшой горкой. Добавляем, перемешиваем. Так. И теперь сюда же добавляю масло сливочное. Возьмите комнатной температуры, чтобы легко было работать. У меня слегка холодная. Перемешиваем эту консистенцию. Я буду перемешивать. Сейчас одену перчаток и хорошенько вот эту всю смесь руками будем перемешивать. Сюда же добавляю кунжут, который слегка поменял свой цвет. Так, одеваю перчаток. Будем делать тесто. И сюда же добавляем муку. Делаем тесто. Вот оно у нас вот такое по консистенции получается. Лучше показать, какое по консистенции. Я работаю в перчатках, потому что так легче, отлипает перчаток, как видно, легко. Теперь будем формировать шарики из этого теста. Все, посмотрите. Вот такое вот у нас получается тесто. Я, конечно, напишу все в количествах, в граммах, но вот так вот, я думаю, посмотрев наглядно, более понятно, да, что и как. Одеваю второй перчаток, чтобы формировать кружочки, которые будем выпекать под 170 градусов. Значит, лист, на нем калька, обязательно калька. Ну, вот такие вот кружочки. Размер у меня такой будет, как грецкий орешек. Можно больше, можно меньше. Вы уже ориентируетесь. И слегка вот так вот мы как бы утрамбовываем, да, вот, ну, 0,5 сантиметра. Лучше положу вот сюда и сделаю кружочек. Так.
красиво. Формуем кружочки. Они еще, когда будут выпекаться, еще сами приплюснутся. Вот опять делаю кружочек. Видно, да, как от перчаток отлипает удобно. Делаем кружочек и вот так вот. И на расстоянии друг от друга пусть будет 2 сантиметра, чтобы не слиплись, были красивенькие. И обходимся так со всеми, со всем тестом. Такая вот красота получается. И, конечно же, очень, как вы поняли, вкусные и полезные получаются печенья. Если интересно, на канале есть еще один рецепт печенья с корицей. Очень вкусное печенье получается. Зайдите, посмотрите. Ну вот и все, дорогие друзья, очень быстрое в приготовлении кунжутное печенье у меня готово. Обязательно советую, приготовьте и попробуйте. Подойдет к чаю, подойдет к кофе и очень реально быстро готовится. Единственное, что я немного близко положила тесто друг к другу, кружочки, да, и они у меня получились не очень кругленькие. Ну, не беда, вы делаете так, как нужно. Главное, чтобы было очень вкусно. На этом я завершаю это видео. И как всегда, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки, нажимайте на знак колокольчика, чтобы пришло уведомление о моих новых видео. До новых встреч!